После боя все пленные, утверждают бойцы самообороны, были отпущены. Но за то, что они отказались стрелять в гражданских и сложили оружие, с ними расправились боевики Нацгвардии. На ближайшем блокпосту украинской армии их расстреляли из крупнокалиберных пулеметов. Один из пленных украинских солдат, оставшийся в живых, подтверждает слова ополченцев. Потом они бросили оружие и отказались стрелять в мирное население, да? Да, они же потом оказались и уходили. И что с ними сделали? Их расстреляли. Кто? Правосека. Пряча лицо от телекамер, он признался, что украинские военные открыли огонь по местным жителям не случайно. Почему сегодня начали стрелять мирное население? Мирное население мы сегодня начали стрелять из-за команды начальника штаба. По его наказу мы начали стрелять. И это далеко не первый случай, когда украинские военные стреляют по мирным жителям. В сети интернет появилось видео, на котором снят гражданский автомобиль, проезжающий блокпост. Авторы ролика утверждают, что этот КПП охраняет украинские военные. Автомобиль был буквально изрешечен. После боя все пленные, утверждают бойцы самообороны, были отпущены. Но за то, что они отказались стрелять в гражданских и сложили оружие, с ними расправились боевики Нацгвардии. На ближайшем блокпосту украинской армии их расстреляли из крупнокалиберных пулеметов. Один из пленных украинских солдат, оставшийся в живых, подтверждает слова ополченцев. Потом они бросили оружие и отказались стрелять в мирное население, да? Да, они же потом отказались и уходили. И что с ними сделали? Их расстреляли. Кто? Пряча лицо от телекамер, он признался, что украинские военные открыли огонь по местным жителям не случайно. Почему сегодня начали стрелять мирное население? Мирное население мы сегодня начали стрелять из-за команды начальника штаба. По его наказу мы начали стрелять по мирному населению, по селу и всех, кто там был. И это далеко не первый случай, когда украинские военные стреляют по мирным жителям. В сети интернет появилось видео, на котором снят гражданский автомобиль, проезжающий блокпост. Авторы ролика утверждают, что этот КПП охраняет украинские военные. Автомобиль был буквально изрешечен.